С 26 по 30 августа в Днепропетровске пройдет всеукраинский форум волонтеров «Громада-фест». «Громада-фест» — это 5 круглых столов с участием волонтеров со всей Украины, во время которых будут обсуждаться вопросы реабилитации участников АТО, членов их семей, а также изучены проблемы переселенцев и пути их решения. Также запланирована презентация программы дальнейших совместных действий волонтеров и местной администрации для решения насущных проблем региона. На выставке Военпрома «Громада-фест» можно будет ознакомиться с разработками и продукцией более 40 национальных производителей и организаций. На площадке перед театром оперы и балета будут проведены мастер-классы для всех желающих.